Ну что, дорогие друзья, всем привет, это последний видос перед испытанием с грифом. Сегодня я ложусь спать, завтра просыпаюсь с утра пораньше, запускаю трансляцию и прохожу это безумное испытание с грифом, забираю его, конечно же, и покажу вам все, геймплей и так далее. Но, как и обещал, я и вам возможность такую предоставлю, чтобы у вас был шанс его пройти больше, чем обычно. Если вы не смотрели видос с советами, с тактиками, с картами, как пройти, то обязательно чекните мой видос, где-то подсказку оставлю, либо на канал зайдите. Ну а в этом видосе я вам дам возможность, прямую возможность, то косвенная, а это прямая помощь, чтобы вы смогли пройти это испытание. Но перед этим я хочу, чтобы каждый из вас поставил лайк, кто хочет пройти это испытание без поражений, и чтобы я вам помог. Сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал. В описании я ссылочку оставлю на влог, тоже кто еще лайк. Ну там уже там лайков дофига, я думаю, что все уже поставили. Но если кто еще вдруг не поставил, ссылка на мой влог в описании, я показывать уже не буду. Просто перейдите и жмякните на лайк, кто хочет пройти. Ну а теперь залетаем в игру, друзья. Итак, по порядку. Дорогие подписчики, внимательно меня слушаем, чтобы не было потом вопросов. Потому что даже когда я запустил прямую трансляцию, многие не понимают, что, куда зайти, что надо сделать. Холдик, а что, как пройти испытание-то? Блин, ну я запутался, сложно. Дружище, сейчас просто забудь все, слушай меня внимательно. Не отвлекайся, я сейчас все объясню, и все будет понятно. Я, как и обещал, я создам два клуба. Два клуба. Первый, на пути радуги, вот прямо сейчас. Я создаю прямо сейчас на ваших экранах клуб, который даст вам возможность пройти это испытание. Каким образом? Сейчас расскажу. Смотрите. Мы выберем какой-то, давайте, вот такой вот оранжевый этот. И назовем... пройди грифа. Ой. Зайди... и получи гриф. Ой. Забери грифа назовем. Забери грифа. Назовем клуб «Забери грифа». А, смотрите. Клуб семейный ставим. И пока что ставим его закрытым. Сохраняю. Клуб... Не, стоп. Еще не создан. Смотрите. Прежде чем я создам его, я вам хочу дать краткое описание и объяснение, что за два клуба и как они вам помогут. Так как я почитал комментарии, с многими уже подписчиками общался, спрашивал, интересовался, я понял, какая у вас проблема. У вас проблема в том, что у вас нету напарников, друзей, у кого бы были хорошие кубки, кто бы мог хорошо играть. И вообще, ну нет у вас много знакомых, чтобы собрать тиму. С рандомами очень страшно идти в испытания. Поэтому я хочу вас всех объединить в два клуба. Понятно, вас очень много, все не зайдут, но тем не менее... часть из вас сюда по-любому попадет, и, возможно, те, кто найдут тиму, я буду вас кикать с клуба, чтобы, ну, другие смогли заходить. Смотрите, я создаю клуб «Забери грифа». В этом клубе, друзья, вы просто сможете найти себе тиму. Клуб пока закрытый. Я его открою, смотрите, когда. Во-первых, как этот... Поставьте лайк на видос. Как этот ролик собирает 300 тысяч лайков, я его открою. Но, прежде чем открыть, я должен знать... сколько поставить кубков для приема? Вы сейчас напишите, поставь там 5, 10 тысяч, не знаю, 20. Имейте в виду, что кубки зависят от того, какого напарника вы подберете. Поэтому, если бы вы хотели, чтобы вы соответствовали этим трофеям, то самый залайканный комментарий я обязательно ставлю здесь вход трофеев, сколько вот напишут в комментах, и открываю этот клуб. Смотрите, идете в комментарии, пишите количество кубков для приема в клуб. И лайкаете. Если увидели такой же коммент, который вам подходит, просто нажимайте на лайк. Самый залайканный коммент по кубкам, вот какой залайкают больше всего, такой я и поставлю здесь прием. Имейте в виду, что здесь вы будете находить себе тиму для прохождения завтрашнего испытания. Вы зайдете и просто с друг с другом будете играть и друг другу помогать. У кого-то больше кубков, у кого-то меньше, относитесь ко всем... одинаково и помогайте друг другу. Этот клуб для помощи. Следующий клуб. Открою его, когда соберем 300 тысяч лайков. А теперь переходим к следующему клубу. А следующий клуб уже будет для вас, кто хочет со мной сыграть. Полетели. А вот теперь, друзья, козырь. Там я вам в том клубе помог собрать тиму. Помог собрать тиму. То есть вы теперь можете играть с тимой. И сейчас тоже, в принципе, будет клуб, чтобы вы смогли собрать тиму. Но...
в этом клубе будет жирный бонус. Тот, о котором я обещал. Мне надо буквально секундочку попрощаться с клубом. Я с ними круто поиграл, поснимал видосы. Ребята, всем передаю привет, кто в этом клубе. Не обижайтесь, если я ливну. Я вас всех люблю, всех обнял. Вас очень много, поверьте. В клубе 100 человек, а подписчиков еще больше. Я хочу, чтобы еще подписчики сходили в мои клубы. Новые, новые. Хочу со всеми, с многими переобщаться. Поэтому не обессудьте, что я вас покидаю в этом клубе. Мы круто поиграли, мы поснимали видосики, но надо двигать дальше. Ливаем. Все, ребят, в видосе я все объяснил, всех обнял. Увидимся на стриме. Покеда. Итак, новый клуб. Мы, в принципе, создадим, возможно, такой же клуб. Я хэштег прошлого клуба вам показал, да? Обязательно вступайте по хэштегу. Сыграй. Будет клуб называться «Сыграй с...» Надеюсь, хватит. «С холдиком». А, «Сыграй с холдик». Пойдет. Пойдет. «Сыграй с холдик». Этот клуб... Не в зависимости от лайков, я открою на стриме завтра, на прямой трансляции. Аналогично, пишите количество кубков, я, в принципе, думаю, на обеих клубах, на обоих, или на обеих, как правильно, на обоих, да? Я поставлю одинаковое количество кубков и открою. Клуб, который создал на Пути Радуги, я могу открыть сегодня, когда вы наберете нужное количество лайков. Этот клуб я открою завтра. Смотрите, как попасть ко мне в руму. Если вы попали в клуб Путь Радуги... Отлично, там вы найдете себе руму. Если вы случайно попали в клуб сюда, сыграть с холдиком, то, смотрите, когда я пройду испытание на основном аккаунте, я здесь, у меня будет вот это режим «Не беспокоить» стоять. И когда я его открою, когда придет момент, когда я его открою, первый, кто кидает мне инвайт, первый, тот и становится счастливчиком, который пройдет вместе со мной испытание с грифом. Вот такие пироги, друзья, офигеть, просто вступи в клуб, я тебе собираю туда народ активный, с кубками и со всем прочим, вы сами кубки выбираете, что залайкаете, какое количество кубков залайкаете, такое поставлю. И второй клуб, где также вы можете найти себе тиму, потому что там 100 человек будет, и еще плюс один подписчик получит от меня просто бесплатную возможность пройти вместе со мной этот чемпионат. Друзья, я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, на вашу помощь. Погнали, каточку скатаем. И завтра запускаем трансляцию и херачим это испытание. Я прохожу себе на основном аккаунте это испытание, после чего захожу на проект «В путь» и прохожу вместе с подписчиком это испытание. А что из этого получится? Дождитесь завтра, я вам все расскажу и покажу. В принципе, это все. Я, как и обещал... Стараюсь вам помочь. Сразу хочу предупредить, кто не успеет зайти в клуб или не попадет ко мне в руму, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Поймите, что это не от меня зависит. Это зависит от случайности, от ловкости ваших рук, от скорости, от онлайна, от актива, насколько вы будете со мной следить, активны будете и так далее. Это все зависит от вас, а не от меня. Если вам не повезло и вы не успели зайти, пожалуйста, не расстраивайтесь. Ну, не обижайтесь на меня, я реально, наоборот, хочу всем помочь. Ну, кому повезет, тому повезет. Поэтому, надеюсь, что вы все пройдете. Я, ну, для всех дал советы, показал пики. Для определенных создал клубы. Для особенного вообще в руму пущу. А я не только в руму, еще и в Дискорд. Поэтому, ну, блин, я постарался, позаботился про многих. Поэтому, надеюсь, что вы оцените и, ну, будете благодарны. Потому что я реально... Постарался, чтобы всем угодить. Чтобы всем угодить. Ну и конечно же, ребята, после того, когда гриф появится в игре, а это будет через неделю, я его разыграю для тех, кто его не получит бесплатно завтра. Но я надеюсь, что вы все пройдете. В комментариях будете делиться завтра своими результатами. Посмотрите мою трансляцию. Сначала не спешите тратить попытки. Посмотрите завтра у меня стрим. Как я пройду это испытание, покажу вам все. Видос про это запишу. Про пики, про шмики и так далее. Вот тогда вы уже как бы после меня будете проходить. Ой-ой-ой, что-то, блин, тут не то. Как мы так потеряли... Беда какая-то. Блин, мы что, проиграем катку? Я сбил счетчет.
Блин. Нам еще один гем. Пожалуйста, еще один гем. Ну, блин. Бред. Ребят, не играйте с рандомами, вот вам. Ну, хотя тут не факт, что рандомы виноваты. Короче, я вам советы все подсказал, карты все показал, пики все показал. Создал для вас два клуба, в которых вы сможете найти свою тиму. Открою их, я объяснил, когда. И еще плюс одному завтра дам возможность сыграть со мной, возможно, даже по Дискорду. И пройдем вместе это испытание, и подписчик получит грифа. Пишите в комментариях, кто пройдет это испытание. Надеюсь, я вам хоть чем-то помог. Я буду реально за вас переживать, болеть. И искренне желаю вам всем пройти это испытание. Заберите грифа, надеюсь, вы его получите бесплатно. Не знаю почему. Так вокруг грифа я сколько роликов записал, и так как будто это какой-то важный персонаж. Но честно, стараюсь, чтобы вам было приятно. Надеюсь, у меня получается. Спасибо вам за лайки, за актив. Ребятки, завтра увидимся на стриме. Сегодня будет еще один видосик, но уже не по грифу, а вообще даже по другой игре. Там, короче, вечером. Все, всем спасибо. До новых встреч. Пока.